Сегодня вы увидите. Заходи в свой инвентарь и продавай его весь. Дядь, нет. Давай. Да, дядь, ну не надо реально. Один. Да, дядь, нет. Два. Да, дядь, ты гонишь реально? Стой, да не надо. Бери, короче, шарф, надевай себе на голову и играй против меня. Дару, бандиты. Возьми эту кружку одной рукой и поставь на голову, но руку не отпускай. Помогите. Ребят, всем привет, и сегодня я не один, со мной сегодня Кента ПК. Всем привет, ребята. И сегодня мы снимаем нереально жесткую рубрику «Всегда говори да». Мне Кента ПК будет давать задания, жесткие задания, которые я просто вообще никак не буду хотеть выполнять, но я буду обязан их выполнить, какие бы они жесткие не были. Поехали. Кстати, братан, если ты хочешь халявные 100 голды, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и напиши свой ID в комментариях. Если ты выполнишь 3 эти условия, у тебя будет шанс выиграть 100 голды. Итак, что же мы будем прямо сейчас делать? Ну, у меня есть такая проблемка. Я хотел открыть кейс, но у меня нету голды. Поэтому вместо меня откроешь ты его. И то, что выпадет, продашь мне за 0.03. Переходи в вкладку «Магазин», подожди, покупай фугас-кейс. А если мне нож выпадет? Ну, придется продать. А что поделать-то? 100 голды, получается, сейчас буду тратить. Да, да. И чтоб выдал мне керамбит, я смотрю. Давай, только керамбит. То есть я даю скин, который тебе, который прямо сейчас выпадет из кейса? Да, 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 все верно. Капец, ты... Ну ладно, хорошо, окей, блин, господи. Так, лишь бы аркана, лишь бы аркана, лишь бы аркана. О, да, эпик. Ну, эпик это тоже неплохо. Блин. Кстати, знаешь что, я думаю, а может быть следующее испытание ты из эпиков сделаешь крафт? И я хочу, чтобы ты мне отдал то, что выпадет тебе из эпиков. Офигеть. А вот этот скин, я так понимаю, за 0.03 продавать мне на рынке, да? Ну, а ты как думал? Я ставлю за 0.03, готов покупать у меня? Я готов. Давай, считай до трех. Продавай, продавай. О, да, детка. Мой фамас бигл. Как раз давно о нем мечтал. Ладно, хорошо. И ты говоришь прямо сейчас крафт из эпиков. Йоу. Ну да, тебе же выпал эпик. Значит, давай делай. Это твое второе задание. Делай из эпиков крафт. Ладно, хорошо. Сделаем крафт из эпиков. То, что я выбиваю, я, получается, отдаю тебе, правильно? Да, конечно. Давай, давай. Надеюсь, что-то хорошее. Ладно, окей. Господи, надеюсь, что-то плохое. Блин, дробовик некромансер выпал. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Спасибо большое за то, что ты хочешь мне подарить. Спасибо, ты же хочешь подарить? Конечно, да, 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 хочу. Давай, давай. Ох ты, молодец. Спасибо. Ладно, ладно. Ну что же, а теперь тебе предстоит дуэль против меня. Ты же хочешь это? О, это вообще изи будет. Но нет, не все так просто. Тебе надо открыть Rival Box, и то, что выпадет с этого бокса, с таким оружием ты будешь играть против меня. Ладно, господи, господи, лишь бы что-то хорошее, пожалуйста. Пожалуйста. Дробовик! Да, дробовик, дробовик выпал. Вот это будет пушечка, вот это. Я его должен одеть, получается, да? Да, 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 и играть только с дробовиком против меня. Понял, без проблем. Это изи вообще, давай. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну что же, ты готов? Да, готов. Так, я тебя один раз убил вне кадра, чтобы у меня был дробовик. Все, я покупаю дробовик и играю только с дробовиком. Ну что ж, поехали. Я тебе даже дам небольшую фору, я тоже возьму себе дробовик. И посмотрим, кто будет круче. Кто-то получил по щам немножечко. Ой, ой, ой. Так, не-не-не, братан, так дело не пойдет. В смысле? Бери, короче, шарф, надевай себе на голову и играй против меня. Типа с закрытыми глазами? Ну, конечно, какой же ты смышленый. Да, конечно, с закрытыми глазами. Йоу, с закрытыми глазами, как я тебя буду убивать? Офигеть. Ну, знаешь, просто ты слишком хорошо играешь, поэтому давай. Йоу. С закрытыми глазами против меня. Блин, ну ладно, пойду шарф найду. Начинай запись. Подожди, я еще не записал. Ты видишь меня сейчас? Да. Бля, дышать тяжело. Видишь сейчас меня? Да. Я сейчас бегаю? Да, да. Так, все, я вообще ничего не вижу. Честное слово, вообще ничего не вижу. Блин, братан, можешь посмотреть в Дискорде, куда мне бежать хотя бы? Так, смотри. Тебе надо бежать направо. Потом налево. Вот так вот? Направо, направо, направо. Да, 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 да. Теперь смотри. Да, да. Теперь беги так, ровно одну секунду. Теперь поверни налево. Налево. Так. Да. Так, теперь смотри, теперь надо присесть. Тут, по-моему, нычка новая, новая нычка. Да, присел, присел. Так, иди по прямой. А я присел сейчас или нет? Да, да, да. Иду, иду. Опа! Ой, кто тебя убил? Блин, давай-ка еще раз, стой, посмотри. Ребят, это было очень тяжело, но я мог. Посмотри, куда мне идти. Я правильно иду? Это была самая тяжелая дуэль в моей жизни. Я правильно иду?
О, по прямой, да-да-да, по прямой. Ничего себе, ты идешь на А, понял? Ты идешь на А. Ой-ой-ой, ты почти пришел. Да ты что, все, давай, плент бомбу, бомбу ставь. А мне нету бомбы, я за контров умираю. Ну реально. Все равно ставь. А где ты? Я знаю, что ты рядом где-то. Так, давай-давай, ой-ой-ой, ты стреляешь почти по мне, почти попал, давай-давай. Ай-яй-яй. Ты где? Ты меня убил? Нет. Я не могу, это жесть. Я смотри. Смотри мой скрин ВК. Ты меня убил. Да, я в курсе, я повязку снял. Капец жарко в этой повязке, это жесть. Так, ну что, мне одевать повязку опять? Не-не-не-не, я хочу над тобой еще жестче поиздеваться. Не снимать ее, да? Во-первых, да, ты ее можешь снимать. Снял. Смотри. Что может быть еще хуже, скажи мне? Смотри, насколько я знаю, возле тебя постоянно есть кружка с чаем. Вот это. Блин, я только хотел глоточек воды сделать, рофлишь? Возьми эту кружку одной рукой. Ну. Возьми, выше, и поставь на голову. Но руку не отпускай. О, вот так и играй дальше. О, нормально. Ты гонишь одной рукой? Да, конечно. Ты же проигрок. Ты же очень... Да, ты же очень хорошо играешь, поэтому давай. Гонишь, дядь, я не смогу так. Да нормально, смотри. Да ты что? А то ты меня постоянно выигрывал, понтовался такой-то, типа, кен ты нубас. Дядь, ты меня гонишь, что ли? Сейчас мы посмотрим, кто нубас. Опа, ой, что ты плохо играешь? А, это дед меня! Говнюк, это нечестно! Слушай, капец, у меня рука замрела, ты бы только знал. Ну, нормально. Будешь держать, пока не скажу стоп. Офигеть. Да, это сложно, знаю. Хотя не знаю. Ого! Лох! С одной рукой! Убил с одной рукой кента ПК! Так, а теперь новый челлендж, смотри. Можно убрать руку? Не-не-не, возьми один палец, подними его. Подними палец один, второй руки. А, второй, ну. И вот этим пальцем ты теперь будешь играть одним. Ты гонишь? Одним пальцем? Да, а то ты все равно сильно хорошо играешь. Давай, играй одним пальцем. Это жесть, дядь, ты гонишь, это вообще невозможно. Да это как это? Не, ну это не. Это невозможно, ты рофлишь. Нормально. Главное, что ты играл тем пальцем, которым надо. Так. Ой-ой-ой! Одним пальцем завалил кента! Я не могу! Капец ты на вас! Слушай, можно я уберу руку, пожалуйста? Мне рука просто заболела дико. Ладно, так уж и быть. Фу, рука болит просто дико. Слушай, ну я чувствую, что хочешь обратно подержать, это так? Обратно хочешь на голову поставить. Как же я тебя ненавижу. Продолжаем дальше нашу дуэль. И что, мне опять пальцем играть? Ну, конечно. Только теперь знаешь, каким пальцем будешь играть? Мизинцем. О-о-о-о! Ой, чё ты умер немножко. Я сдаюсь, мизинцем вообще невозможно. 2 hours later. Так, ну что, ты готов? Да. Ты готов к смерти? Да. Давай, готовься. Ох ты, маленький нег... Да! Обалдеть. Мизинцем! А как ты присел? Мизинцем нажал на кнопку. Мизинцем убил, мизинцем! Ладно, можешь убрать. Господи, я надеюсь, это все. Больше ничего не надо будет делать. Нет, вот именно сейчас будет самое интересное и самое приятное. Заходи в свой инвентарь и продавай его весь. Давай, продавай весь. Гонишь свой инвентарь? Да нет, ты гонишь. Ну это же перебор реально. И керамбиты все продавать и. Все продавай. Давай, начинай. Я жду. Давай, продавай. Ты гонишь? Реально сейчас говоришь? Конечно, давай продавай. Полностью весь свой инвентарь. За 0.03 просто рандомным чувакам. Давай. Давай какой-то эпик продай. Эпик, дядь, дядь, не надо, ну реально. Давай, продавай. Дядь. Продавай. Ну знаешь, надо заниматься благотворительностью, поэтому опять ты будешь продавать весь свой инвентарь. Опять эпик? Ну, я думаю, можно эпик. О, Акэрспорт, давай продавай. Дядь, ну Акэрспорт, ну ты гонишь. Давай. Продал, что дальше? Ой, красавчик. Ну давай, продавай пока что свои самые дешевые скины, а потом мы посмотрим. Потом мы посмотрим.
дядь, ты гонишь. Давай. Ох, АКР Спорт. Ох, ты красавчик. Ох, кому-то повезло, прикинь, да, за 0.3 купить. Дядь. Ой, молодчина. Ну, знаешь, надо делиться с теми, у кого нету голды, понимаешь? У тебя много голды, у тебя сильно много голды. Что дальше продавать? Ну, а теперь давай к самому интересному. Давай, нет. Давай, листай. Не, туда, дядь, давай, ну, дядь, давай, не надо, листай. Не надо, реально, дядь. Я сказал, листай. И ты же хочешь это сделать? Я не слышу. Хочешь? Да. Да, видишь, ты же сам хочешь. Ой, дядь, ну не надо. Дядь, ну не какой надо. Какой красивый скин. Давай, G22, начнем. Ты же мне его должен. Ты дядь, должен дядь, скин. Дядь, ну ты гонишь? Давай. Реально G22 сейчас продавать? Дядь. Давай, ты же мне должен данный скин. Давай, давай. Продавать? Давай, конечно, продавай. Давай, я жду. Опа! И смотри, кто купил. Ох, ты молодец. А давай-ка мы еще один продадим. G22. Дядь, я тебя убью. Я ж тебе просто так отомщу, ты не представляешь мне. Я тебя так отомщу. Так. Ох, ты молодец. У меня теперь два G22. А давай третий G22, знаешь? Давай. Просто... Не стесняйся. Я тебя просто отомщу. Продавать? Конечно, продавай. Блин. Еще не тебе продал. Какой же ты дурачок, а? Ой, как же я тебя ненавижу. Тише, что ты сказал? Дурачок? О, нажимай на керамиду. Нет, да даже пошутил. Да дядь, да не надо. Давай. Да не надо. Можешь знать, как ну не надо, пожалуйста, реально, ну не давай любой другой скин. Только не керамиду. Давай, до пяти. Да дядь, нет. Давай. Да дядь, ну не надо, реально. Один. Да дядь, нет. Два. Да дядь, ты гонишь реально? Стой, да не три, надо. Да дядь, ну я надеюсь, четыре. Ты шутишь? Дядь, ты шутишь? Ладно. Так уж и быть. Ты дурачок? Я реально испугался, дядь, не надо так шутить, так, пожалуйста. Что ты сказал? А, это шутка была, дядь, все, тихо, все. Это шутка, все, шутка, все. Мне плохо. Ладно, так уж и быть. Ты меня запранковал, теперь я запранковал тебя. Все, можешь больше ничего не продавать. Ты выполнил этот челлендж, я тебя поздравляю. Дядь, ты прикалываешься, это слишком жестко было. Ну зачем настолько жестко? Дядь. Уважаемые подписчики, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, это жестко или это нормально? Я в шоке. В общем, ребят, большущее спасибо за просмотр. Это было реально жестко. На самом деле, вот еще до того было немножко, ну как такое, среднячок. Но прям под конец я реально испугался, я вам скажу честно. В общем, спасибо большое за просмотр, спасибо большое Кенту за его челлендж. Ссылка на Кента будет в описании обязательно. Также у него есть видео со мной, мы там то же самое. Я его также пранковал, можете посмотреть. В общем, большое спасибо вам за просмотр, ребята. Ставьте обязательно большой свой лайк. Если набираем больше 10 тысяч лайков, возможно, я сделаю еще одну часть. Но мне очень не хочется этого делать. Поэтому все зависит от вас. Все зависит от вас, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии свои любименькие. И... подписывайтесь на Кента, ссылочка на него в описании. Всем спасибо большое за просмотр, всем пока-пока. Пока-пока. Лайк поставь и подписывайся на канал, если ты в стендоффе профессионал. Ну что же, а теперь третье испытание. Да бля! Дядя, пиздец!